У нас осталось самое интересное. Как, по-твоему, майонез придумали? Как? Это взбитое яйцо с горчицей, с уксусом, просто какой-то ебанат. Все смешало. А до этого он пробовал еще, наверное, знаешь, просто... Миллионы рецептов просто. Да-да-да, типа, а что если добавить мед к земле? Так, получилось что-то? Не, хуйня какая-то, мед с землей. Так, молоко и уксус. Бля, проблевался, что-то не так. И потом вдруг, я назову это майонез. Как думаешь? И это был сэр Джозеф Майонез. Жил он в 6 веке. Нашей эры. Пахнет вареными шпротами.